тоже журналист на территории. Наши люди хотят жить. Наши люди хотят жить спокойно и тихо, мирно, без киевской хунты, которая захватила страну. И без того, чтобы мы не были под Америкой и под Западом. Мы не хотим быть ихними рабами. Мы хотим быть с Россией. Считаю, что сегодня не надо бояться людей. То, что сегодня люди пришли сегодня к нам, это наши люди. Это с Донецка, это не с России. Это с Донецка, это со Славянска, с Краматорска. Это люди, которые сегодня просто это вранье им надоело. И я сегодня, мое отношение к этим людям, я как мэр города отвечаю за мир, спокойствие и стабильность. Для меня самое главное, чтобы не был ни ранен, ни убит ни единый человек.